Всем привет! Хочу представить вам мастера Алексея Ласкина, который изготавливает тиковые арбалеты для подводной охоты. Материалы для ружей – это тик и его заменитель Ирокко, африканский тик. Ружья склеены из 3-5 ламелей. Длина ружья разная. Расположение ручки любое – задняя, средняя или передняя. Резиновые тяги Алексей использует фирмы Райф, Горилла и Роб Аллен. Гарпуны Алексей делает из пищевой нержавеющей стали АИСИ 304. Гарпун можно заказать как таитянский, так и резьбовой, с шаркфинами и с пропилами. Рукоятку можно заказать как для правши, так и для левши. На готовых изделиях стоит монолин леска диаметром 1,6 мм. Держит рыбу до 35 кг. Линесброс на всех ружьях боковой, что очень удобно. Отправка производится Почтой России или транспортной компанией за счет Алексея. Минимальная цена 8000 рублей на ружье, которое есть в наличии. Также есть возможность изготовления ружья на заказ. Ссылку на страницу ВКонтакте Алексея вы найдете в описании ниже под видео. Заходите, пишите, интересуйтесь. Всем хорошего дня!